Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас видео из серии коротких видео познавательных. Вот, мы разбираем вот этот вот набор петель. Он, смотрите, он красиво очень смотрится для шапочек, для чего угодно, и для резинки 1 на 1. Набираем петли классическим образом, удобным, кстати, для вас это совсем не важно, как бы, в этом наборе, потому что все равно вот этот набор, наборный край, он спрячется, поэтому набираем тем способом, который удобен для вас, который вы любите. Вот первый ряд мы вяжем резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Кромочную, изнаночную. И делаем во втором ряду, делаем таким вот образом. Кромочную снимаем, лицевую петлю вводим спицу. Вот так вот снизу вверх. Вот. И переснимаем на эту, на правую спицу, эту лицевую петлю просто сняли и вывели ее вперед, одели и провязали лицевой, изнаночную без изменений, лицевую снова завели спицу назад, сняли петлю и перевернули ее вперед. Лицевая, изнаночную без изменений, только с лицевой петлей проводим вот такую вот манипуляцию. Все, девчонки, вот и вся хитрость. Такой вот край у нас получается. Далее мы вяжем просто резинкой до нужного нам, нужной нам величины. Что касается вязания в круговую, тоже первый ряд вы вяжете, во втором ряду делаете, проводите эту же манипуляцию с лицевой петлей. Вот по сути и весь узор. Вот он, девчонки, вот он, наш наборный край. Вот так вот симпатично он выглядит. Все, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.